сейчас несколько часов. То есть в рабочее время? От загруженности время. Человека. В рабочее время. Ну, сейчас есть дежурная же. То есть это и может быть дежурный, кто может принять решение. Да, конечно, швидше постараться туда полгодины вправлять. Не, ну, тут за одного имеется в виду. Тут вопрос, главное, чтобы было заявление ваше на аннуляцию. А сама процедура долго времени не занимает. То есть, если сейчас водитель захочет аннулировать. Не водитель, а отправитель. Да. То есть от него должно быть разрешение. Письменно видеть, допустим, он должен передать в таможню. Да, дежурный должен принять. Да, руководство рассматривает. Часа должен дать ответ. В нынешней обстановке это будет гораздо быстрее. Там формальности буквально я понял. Не составляют аналогировать. Дежурные круглосуточные. Да. Херсонская таможня находится в Гоголя 13, город Херсон. Тирюпинск это таможенный терминал. Ага. А офис таможни Гоголя 13. Это надо делать на Гоголя 13. Да, там дежурный постоянно. Понятно. Сколько эта услуга стоит? Нисколько. Услуга аннулирования бесплатна. У меня отправитель 1000 километров отсюда. А что делать? Он может факсом передать. А ему заплатят фрак, если он будет возвращаться обратно? Никто не заплатит. Это вы обращайтесь к тому, кто вас нанимал. А если вот которые машины оформлены до этого 20 числа, их нельзя пропустить, а потом начать? Да, вы не можете отстранять.